декабре комитет Гомель-облимущества проведет несколько аукционов. 11 декабря в деревне Юрковичи Ветковского района можно приобрести здание сельского клуба. Площадь почти 200 квадратных метров, начальная цена – 3 базовые величины. В агрогородке Заходы Речицкого района предлагается здание детского сада. Площадь – около 300 квадратных метров, стартовая стоимость – 1 базовая величина. На аукцион, который пройдет 13 декабря, выставлено 2 лота. В агрогородке Волосовичи Октябрьского района можно купить здание сельского дома народного творчества. Площадь чуть более 400 квадратных метров. Начальная цена – 1 базовая. В агрогородке Хутор Светлогорского района предлагается здание детского сада со складом. Площадь более 780 квадратных метров. Стартовая стоимость – 4 базовые величины. На аукционе 18 декабря можно приобрести здание электроцеха в городском поселке Заречье Речицкого района. Площадь более 280 квадратных метров. Стартовая цена около 135 тысяч рублей. На аукционы выставлены и другие объекты недвижимости. Документы на участие в аукционах принимаются в комитете Гомель-облимущества по адресу Гомель, проспект Ленина, 3, кабинет 412. Подробности можно найти на сайте комитета Гомель-облимущества или узнать по номерам телефонов 70 38 49 или 70 36 43.